А тот новобранец, что на учении, в неловкое положение меня поставил, Дервиш. Что с ним? Мне пока неизвестно, но вина его велика, и я уверен, старшины янычарского корпуса вынесут вердикт о его казни, повелитель. Доставь сюда. Я сам решу его участь. Вставай, Искандер. Переодень вот рубашку и пойдем. А куда мы пойдем? Убьют меня, да? Это решит наш повелитель, Искандер. Зульфикар ага. Вот спрячет Али. Скорее. А это что? Это память о доме осталась. Единственная. В могилу положишь. Пусть закопает вместе со мной. Но ведь это опасно. Искандер! Ахмед. Анастасия. Мне сказали, ты хочешь меня видеть. Ты один называешь меня Анастасией. Остальные хоть и Джей, или Махпейкер, или девчонка. Нет, у тебя чудесное имя. Я посмотрел, это значит воскресающее. Ну да, я ведь родилась в другом месте. Отец меня так назвал. Но знаешь, говоря откровенно, я очень боюсь смерти. Вот вчера я ужасно испугалась. Я смотрела из башни справедливости. Столько разъяренных солдат. Я была в ужасе, я думала, тебя убьют. Я тоже испугался. Но только не смерти. Знаешь, сколько помню себя, смерть всегда была рядом. Я привык. Меня страшит, что я не смогу воплотить свои мечты. Не смогу стать сильным правителем. Не оставлю никакой памяти о себе. Что я уйду, не узнав ни счастья, ни любви.
повелитель.